День народного единства России совпадает и с другой важной датой. 4 ноября православные празднуют День памяти Казанской иконы Божией Матери, защитницы русской земли. Уже с утра по всей стране начались крестные ходы. Тюменская область не исключение. Например, в Елутровском районе в честь праздника впервые за почти 10 лет после восстановления разрушенной церкви в селе Романовском верующие соединили два крестных хода в один. Начали его от елутровских храмов. Крестный ход, он стал длиннее, так скажем, больше. И если так пойдет, то, конечно, это будет у нас развиваться только, и мы будем стараться активнее, стараться отмечать этот праздник. Радостно, что сами люди откликнулись, и это была их идея с их стороны –